Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить. Что там, бессонница вроде? Как ты помнишь, мы зашли с этого лифта, и теперь надо что-то с руками сделать. А что их делать, хрен его знает. Давай посмотрим в целом, что тут есть. Эту могу двигать? Нет, это единственное, которое не могу двигать. Ага! Может, все, которые с красными руками, вот так вот перевернуть надо. Так, а понять бы, как и... Ага, вот еще одна. Во, все, работало. Это что, карта? Да, и карточка появилась. Все отлично. Так, хорошо, давай проходим ее. Мне нужно минимум еще одна открытая еще. А, это их, где их держали, да? Спаси меня. Ну, сохрани... Ну, сейф — это сохранение. Сохрани меня. А воздух в этом месте очень холодный. Да, иду... Ой-ё! Серьезно, настолько огромные загадки еще будут. Не зря я перенес на следующую часть это все. Сохрани мне. Так, хорошо, я сохраню тебя. Твою мать! А сохраниться реально как? Вот я и попал. Откуда звук? Хрен знает, откуда-то звук идет. А я тут могу что-нибудь сделать, нет? А, понял. Мне нужно три четверти красной, одну четвертую голубой и четыре желтой. Понял. Значит, это везде надо будет собрать. Так, это я взял. А это записка коллекционная, последняя. Нет, это просто что-то он собрал там. Хрен знает, как ее использовать. Наверное, это потом надо будет использовать, это положить перед собой, чтобы потом использовать. Так, давай здесь посмотрим. Здесь ничего, ничего, ничего взять. Сохранение. О, отлично, даже тут есть сохранение. Это хорошо, мне нравится, как все сделано. О, в той комнате он стоит. Вот. Ну, должен, по идее, вот по камерам. Смотри, вон он там стоит. Зачем-то. Ладно. Ну, вот сюда вот же кассету надо ставить, нет? У меня как раз было. Ладно, мне пока не дают кассету. Опа, тут невидимое что-то. Вот конкретно вот в это место запомни. Потом, скорее всего, тут что-то будет. Потому что сейчас я жму, и мне не дают там пройти. Так. Ага, какую-то хрень дали. Слушайте, вы мне дайте последнюю игрушку и вон ту бумажку, чтобы я мог потом, как его, все прочитать, весь сюжет. Как раз для этого выпуска отлично будет. Да ну нахер. Серьезно, такая огромная комната у них. Ага. То есть это последнее, скорее всего, будет. С кнопками. Хорошо. Не сейчас, так не сейчас. Тут светится, оно меня прям манит. Вау. Прикольная капсула. А, тут я их вырасти, что ли, смогу? Смотри, как раз 4 капсулы. Ух ты. Это, наверное, как оживляли, да, в этом месте детей. Так, здесь. Опа. А зачем? А хрен его знает. Капец, меня заставит, наверное, еще что-то химичить тут, да? Ага, это он красный залил. Этого маловато, слушай, чувак. Я еще не ожидал, что ты заливать сразу будешь. Поэтому я не подготовил еще остальные ингредиенты. Так, ну, мне осталось зеленый и желтый. Опа. А вот какой-то есть. Так, это забирай. Наверное, это сразу давай нальем. Синий, вот, все. И потом осталось еще желтый. Всего у них почему-то выйдет зеленый цвет. Я не понял. О, нет, морг. О, еще и кровище. Да, сейчас что-то будет. Сейчас готовься, что-то страшное должно. Ты чё? Вообще оборзел. Я открыл, он закрывает еще, видите ли. Сейчас должен в один из моментов. Ой, что с тобой случилось? Нет, закройся. А если открыть еще раз? Нет, все равно она не уходит отсюда. Так, здесь ничего, ничего, ничего нет. Так, я понял, тут я сейчас всех четверых найду, да? Но один что-то вообще обратишь, он просто взял и свалил. Так, здесь. Ага, вот еще один, третий и четвертый. Последним должен где-то вот здесь, в последнем ряду быть. Ой, тут кровью все измазано, вообще жесть. Только сейчас обр... Весы? Тут по граммам их продают? На развес? Какой человек может это сделать с детьми? Не знаю, наверное, кто-то, кто продает это все. Так, но мне не устраивает, что я уже получил штук. Сколько? Штук 5 этих тетрадей. Мне кажется, мне охуеть, сколько придется читать. И последняя комната. Похоже, в этом проекторе
Обе пленки нужны. Я понял. Сейчас будет те обе пленки. Так, ну в чем-то косяк. Видишь? Проблема. У меня есть две только пробирки. Третью я еще не нашел. Где я ее мог пропустить? Ой, вот это вот надо лазить, класс. Было бы отлично, если фонарик можно было бы отключить. А то так неудобно. Он все отражает, и хрен знает, какая из этих вещей подсвечивается, а что нет. Ну сюда я не зайду, пароля у меня еще нет. Это не открывается. Здесь что у нас? Здесь тоже ничего нет, да? Так, здесь ничего, ничего, ничего. Но я слышу звук часов. Откуда он? Откуда? А, эта лампочка мигает. Блин. Я думал, что лампочка, но вот эта вот мигает. Потом смотрю, она что-то вообще не мигает. Тогда хер ли вы мне рассказываете? Так, подожди, а этот ушел отсюда? Да, ушел. Нет, стоит еще. Ладно. Хорошо, а что мне делать-то вы предлагаете вообще? Где еще одна можно найти? Это красная комната, да. Да, детская. Да, смотри, а там еще одна сидит. Вон она. Но это другая комната. Нет, это детская. Да, это та детская. Допустим, отсюда они следили за ними, да? Ага, вот третий ребенок, а где четвертый? А четвертого я что-то не нахожу. Наверное, он где-то бегает еще и будет нам помогать. Интересно, а я могу вот сюда выбраться наверх? Только не говорите, что могу. Фух, не могу, я думал, мне опять целый дом придется исследовать, чтобы найти там какой-то пузыречек, эту колбочку. Но пока что нет, значит нет. Хорошо. Может, у одного из них есть что-нибудь? Почему этот опять закрыт? Вот этот мне не нравится. Почему он единственный, кто закрыт? Может, у кого-то из них там? Нет. У тебя что-нибудь? Нет. Так, где? У тебя что-нибудь? Нет. Может, у тебя что-нибудь? Нет. А что тогда? Так. Я не понял, реально, а чего мне делать-то надо? Где хоть одна колбочка еще? Или проектор? Хоть что-нибудь тут есть еще? Но я тут ничего не могу взять. Вот реально, что они предлагают сделать? И чего? Может, здесь в углу я должен пройтись? Сейчас кто-то на входе будет стоять. Нет, может, под полотном этим, на полотне, я не знаю. Я просто уже не понимаю, что мне надо. Здесь нет ничего. Но в этой лаборатории, скорее всего, должно быть хоть что-нибудь-то еще, а? Здесь ничего взять не могу. Я каждую прокладываю кнопочку. Точнее, каждую вещь, которая тут есть, я ничего не могу с этим сделать. Ну и что вы от меня предлагаете? Что вы мне предлагаете? Что я тут должен сделать? Я вижу, что не хватает еще одной. Где еще? Подожди. Станция, Денинг Рум, может, это комнаты? Холл? Да, это все комнаты, но толку я туда вернуться не могу. Где-то, судя по всему, все-таки лежит еще одна колбочка, да? Которую я не взял. Так, может, коллекционные письма Джо? Нет, игрушки. Кстати. Лаборантные журналы. Давай посмотрим, что они тут. 1 января 1994 года. Я начал исследование четырех испытуемых субъект. Под номером 1 Остин получает дозу. Субъект под номером 2 Анна получает дозу. Испытуемый номер 3 Чарли получает дозу. И субъект под номером 4 Бет получает дозу. Если все пойдет хорошо, процесс должен завершиться через пару лет. Декан моего университета первым остановил синтез противосыворотки, одного из величайших достижений генетической химии, полученной при этом... проходящей бессонницы методом включений обработку сыворотки HZ-12-7 в эфире. Эта процедура описана в моей собственной докторской диссертации, в которой я подчеркивал необходимость того, чтобы все условия строго были соблюдены от стимуляторов, и я постараюсь продолжить работу первоначальной формулой. Так, я почти уверен, что первоначальный избыток CODAS, ага, в результате реакции образовал омертвляющую синтетику. У меня был аналогичный опыт с синтезом из
диметиленамина какого-то, в котором я использовал это наблюдение. Если вы не небрежная техника моего, если бы не небрежная, а не небрежная техника моего бывшего наставника, у меня уже в глазах все плывет. Я бы без сомнения забросил работу в этой области. Объект номер 2, Анна, похоже, бурно реагирует на лечение. За последние 12 дней я дал ей 12 мл сыворотки. Аутосомно-доминантное исследование по кадону 178 гена ПРПТ. По выводу создает... Я понял, а чё тут нет, что ли? Может, тут пароль где-то есть? Нет? Ой... Его константы кажутся стабильными, остальные испытуемые используются стабильными и неизменными с постоянными циклами сна от 2 до 6 часов. Новая процедура. Смешайте циклическую кислоту с мантаментом в круглой колбе объем 100 мл. Осторожно нагрейте смесь для растворения циклической кислоты. Добавьте по каплям 1 мл. Нагрейте смесь при... Это мне заставить все это делать, что ли? Так, ну это, допустим, как готовить. Здесь испытуемый один Освин поддержал повышенную частоту сердечных сокращений, его жизненные показатели стабилизируются. В этом вопросе сыворотка работает положительно, его цикл сна резко сократился до 3 часов. По моим расчетам, в конце этого месяца я смогу увеличить его дозировку. Субъект 3, Чарли, страдает от незначительной аритмии, я снижу дозу в 2 раза, он не адаптируется к стимуляторам. Сыворочное производство работает примерно на 45%. Произошла некая потеря сыворотки из-за эмульсии, которая образовалась в процессе экстракции. Если бы эмульсия была разрушена, вероятно, это был бы получен более высокий выход. А в любом случае, доходность низкая, впереди еще долгий путь. Зеленоватый цвет сыворотки обусловлен низким уровнем ферментилы какого-то. Так, субъект 2. Анна имеет недостаточно нисходящий ретикулярной системы. Она может несколько дней подряд не спать. Похоже, у нее проблемы с сохранением памяти. Ввожу симулятор в виде настольной игры, чтобы попытаться облегчить потерю памяти. Состояние всех остальных испытуемых стабильное, за исключением один Остина, у которого произошло осаяние сетчатки одного из глазных яблок. Ебать. Объект 1 Освин умирает от внезапной смерти после нетерпимого сердцебиения. Стимуляторы повредили его сердце и часть главных артерий. Я присоединяю к извлечению тела. У остальных испытуемых циклы сна не изменились, составляют 3 часа. Подопытный 2 Анна умирает от фатальной семейной бессонницы. Восходящая регуляторная система, состоящая из серого вещества мозга стволового. Из вещества мостов стволового мозга слишком долго не давало мозгу спать. Его максимум 14 дней без циклов сна более 15 минут. Я приступаю к извлечению трупа. Этот вопрос заставляет нас предположить, что я ближе, чем я думал. 2 других субъекта стабильны с прерывистыми циклами сна 2 часа. Ну и чего это за херь? Я понял, опять, кстати, эксперименты позапихивали, блин. Заколебали. И что мне делать с этим? Вот это я им могу открыть. Мне надо их что-то сделать или чего? Может, все должно быть открыто, кроме них, или наоборот, только они и должны быть открыты. Ну я понял, на них делали эксперименты, они из-за этого умерли. Кстати. Но это вряд ли, я думал, это пароль, но... Хотя кто знает, а ну. Давай попробуем, проверим. Так, а ну. Прокатить, нет? 7 2 8 9. Где, черт возьми, пароль? Может, после этого должен был скрипт сработать, чтобы хоть что-то появилось? Я просто не знаю, что еще. Где я тут что-то мог упустить? Заколебете просто. Не хватает еще одной сыворотки, я это прекрасно понимаю. Где мне, блядь, ее, сука, взять? Здесь ничего нет, здесь ничего, ничего. Ну, смотри, я каждый уголочек заглядываю. Реально, вот в каждый захожу. Здесь ничего дальше. Может, опять сюда зайти? Крутите руки. Кстати, они крутятся. Может, реально руки надо было покрутить сейчас еще. И тогда что-то будет из этого. Так, а ну. Так. Так. И вот так. Нет, это вообще бестолково, это ничего мне не дает. А чё тогда вообще?
Здесь, ну, нельзя, нельзя, ничего нельзя сделать. Так, может, тут какую-то бумажку я тоже не подобрал. Листочек, кассету, я не знаю уже, что делать. Здесь. Отключить, включить нельзя. Попробую еще вот по этим маленьким кнопочкам, которые здесь обозначены. Может, на них что-то надо нажать. Что я заколебался, вот, честное слово. Что здесь не так еще? Здесь ничего, ничего нет. Здесь тоже давай. Проклацываю. Нет, ничего. Здесь. Включить, выключить телевизор. Нельзя. Звук. Пульт. Здесь ничего. Тут опыты у них какие-то проводятся. Так, здесь, здесь ничего. Дальше здесь. Тут, 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 тут. Все равно нет. Нет. Ну нет. Здесь нет. Ни в кассета не вставляется. Хотя у меня есть же, да? Из предметов кассета. Куда я ее, сука, должен? Тут как раз таки компьютеры я нашел, но в них никуда нельзя вставить кассету. Здесь тоже ничего нет. Сюда я зайти пока не могу. Вот последние три. Если ничего я не нахожу, я в интернете посмотрю, как это все делается. Слушай, сколько времени потратил на это все. Ни хера не могу понять, что мне надо сделать. Вообще ни подсказок, ничего. Так, давай наоборот закроем все, кроме детей. Я не знаю уже, что делать. А ну. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот это вот тоже что-то. Ага, все. Тоже там он был. Так. Это открываем. Пускай выкачивается. Так, так. Да, прикинь, их надо было. Я в шоке. Вторая кассета. А кто же знал про это? Хоть бы хоть как-то намекнули об этом, а? Давай смотрим. О, они где-то появились. Я присяду с вами. И чё? Вы чё, угораете? Ребят, вы не подскажете, что мне делать вообще? Чё за прикол? Это все, что мне хотели показать? Так, еще раз. А, 0-3. 0-3-1-5, да? 0-3-1-5. 0-3-1-5. Я в шоке. Вот здесь и должна быть последняя сыворотка как раз. О, тут еще и сервера стоят. Замечательно. Вот последнюю бумажку, которую можно будет прочитать. Вот последняя желтая. Это херь. И что это? Ошибка загрузки операционной системы. Пожалуйста, замените решение. Я понял. А, все, я понял. А вот кассета, кстати. Ну, это, наверное, в тот кружочек надо сыворотку готовую поставить, да? Наверное, да. Так, здесь ничего, здесь опять же ничего, смотри. У меня не хватает все равно документов этих. Так, куда мне надо идти? Вот сюда, да? Может, пока прочитать? По-моему, я просто не найду вот эту вот последнюю открытку. Письмо, точнее. И игрушку. Если найду, то скажу. Думаю, сильно ты сюжет не потеряешь. Привет, дедушка. Я устроился в институт. Здесь немного холодно. Я еще не знаю людей. И думаю, это вызовет у меня такое чувство. Уроки начинаются завтра. Я немного нервничаю в комнате. Я сплю с двумя мальчиками. Я их еще не знаю, но они кажутся забавными. Я напишу вам на следующей неделе. Я расскажу, как все прошло. Они не разрешают нам пользоваться телефоном. Объятия. И снова здравствуйте, дедушка. Прошла неделя с тех пор, как я здесь. Учителя немного строгие, но я думаю, что все будет здорово. Мои соседи по комнате такие дружелюбные и забавные, как я себя представил. Вчера мы пошли на речку, на речную экскурсию и отлично провели время. Я скучаю по бабушке и ты, наверное, и по тебе. Жду твоего ответа. Да. Доброе утро, дедушка. Я здесь уже пару месяцев, и ты все еще не отвечаешь на мои открытки. Думаю, ты будешь занят, и я в порядке. Здесь все хорошо. Они немного серьезные, и занятия становятся очень скучными. Я еду домой на каникулы. На Рождество не забудьте прислать мне деньги на билет. Я жду твоего ответа.
Доброе утро, дедушка. Ты мне не прислал денег, чтобы я приехал домой на Рождество, и ты не прислал билеты. Так что каждое Рождество я проводил здесь один. К счастью, со мной оставался один из моих коллег. Ты в порядке? Что случилось? Надеюсь, у вас был хороший отпуск. Я по тебе скучаю, дедушка. Школа окончена, начинаются каникулы. Нам разрешили на днях позвонить по телефону. Я пытался дозвониться до тебя, чтобы вы прислали мне денег на билет, но вы не взяли трубку. Директор говорит, что разговаривал с вами несколько недель назад, и с вами все в порядке. Я проведу здесь лето, буду заниматься подкреплением, ждать билет. Напишите, когда сможете. Дедушка, что это? Ни звонка, ни письма, ни фунта. Я давно не слышал от вас. Дедушка, скажи мне хоть что-нибудь, я беспокоюсь. Роман, я разговаривал с администрацией. Кажется, ты заплатил тюрьму до 18 лет, включая лето и Рождество. Думаю, ты хотел, чтобы я исчез с карты. Я думаю, тебе плевать. За Рождеством, дедушка, я не собираюсь больше спрашивать у вас о деньгах на билет. Я знаю, что вы мне не отправите их. Ни письмо на день рождения, ни письма за 4 года, ни вызова. Вы меня заперли в этом косяке. Я надеюсь, ты сгнишь. Чего, сгнишь? Сгнишь? Наверное, сгниешь. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Я больше не могу. Я не знаю, что делать, чтобы меня вышвырнули. Вытащи меня отсюда. Я хочу домой. Обещаю не заморачиваться. Я буду искать работу. Вытащите меня отсюда. Годовщина смерти бабушки. Надеюсь, ты принесешь ей цветы. Надеюсь, ты помнишь, что я тебя ненавижу. Вот этого мне одно не хватает. А игрушки? Ну, читать их хотя бы не надо. Отлично. Но все остальное я уже сделал. Фух. А, и вы мне предлагаете там... Я не помню, какие там цвета, сколько нужно в дозировке. Сейчас посмотрю, как же рука затекла. Это надо было по дозам. Это в какой? В той, в этой вроде, да? Да. Так, 3 четвертые, 1 четвертая, 4 четвертые. Красный, синий. 3, ой. 3 четвертые, 4... 3, 1, 4. 3, 1, 4, запомнили. 3, 1, 4, 3, 1, 4. Цвета тоже запомнил. Цвета тут совпадают. Хорошо. Давай. 3... 1. А. Ой. А как изменить? Сбросить. А. Так, 3. Я понял, тут просто не очень пропорционально все раскладывается, поэтому я не знал, что так и надо. Ну, 3, 1, 4. Все. Или они мне имеют в виду это нажатий. 3. Давай, 3. Блин, я случайно сбросил, а ну-ка. 1, 2, 3, 3, 1 и 4. Может, так имели в виду? Не оставить, а наоборот сделать? Да, это не оставить, а наоборот сделать надо было. Так, хорошо, принять. И для чего они мне? Кстати, очень интересно, а для чего? Типа на них использовать или... Они исчезли. Опа. Они исчезли. Допустим, а куда мне надо эту бутылочку использовать? А, вот сюда, точно, я уже совсем забыл. Вот сюда, да? Да, я так и знал. Так, ай, как же рука. Сообщение и выбор. Ну, давай использоваться. Ох, блядь, нихера себе, начало. Думаю, если вы это читаете, меня больше здесь не будет. Итак, я вам все расскажу с самого начала. Проект Insomens родился в результате попытки преодолеть ограничения человека. В течение полезной жизни человек тратит на сон в общей сложности около 23 лет. 23 года, которые мы могли бы использовать в сотне областей. Можете ли вы представить себе такое, какое военное применение это может иметь? Что насчет того, что может помочь науке или медицине? Разве вы не хотели бы проводить все эти часы с бабушкой или с родителями? Этот проект начался с идеи стать лучше, преодолеть ограничения. Все эти годы она велась тайно из-за моральных и побочных последствий, которые она может влечь за собой. Но финансировалась благодаря очень важным людям, от государственных учреждений до медицинских и фармацевтических компаний. Вы должны понимать масштабы наследия, которые я вам оставляю. Принесите в жертву этих сирот в эти годы соответствует большому благу, по необходимости, к дару и проклятию, наложенной на меня. Я знаю, что прямо сейчас вы не согласитесь со мной, вы можете злиться, но как бы вы могли понять, что вам пришлось пожертвовать так многим ради чего-то большего? Ваше детство, эти дети, ваша бабушка, дом, все. Я всем пожертвовал, я не могу сказать, что вам только одно. Я горжусь. Самое большое наследство, которое я могу вам дать, это не деньги, а вот что общее с
сумма моей работы. На этом компьютере хранится вся информация о проекте. Эксперименты, формулы, полевые дневники и так далее. Это ваш выбор. Вы можете выбрать между сохранением и продолжением проекта и успехом там, где я потерпел неудачу, или удаление всего исчезновением. Только ты можешь решить, как будет развиваться эта история. А. Все типа. Это будет... Это будет концов... Подожди, это... Может, это концовки? Раз, два, три, четыре... А ну-ка, если сохранить код... Нет, лучше... А ну, удалить. Введите код назад. Хорошо, системная информация. Name... Ух ты. Статус. Из этого мне надо найти, что ли... Код? А какой? А мне вот так вот могут дети подсказать? Нет? Ну, ясен хер, откуда они знают. Они мне предлагают столько информации найти, какой из этого код. Ебать. А если сохранить копию, все равно, да? Я понял, системная информация. Так. Ищем то, что по 3, может быть, буквы. 632. Тут буквы. Блять. Так, хорошо. А вер, может вер? Ну, так. Вер. Нет, может вер другой? Через эту? Вер. Статус компьютера. Активный. Эффективность, производительность, состояние резервной станции, CPU, Core. А что из этого может быть буква? Три буквы. Ничего. Вы предлагаете, что ли, все использовать? CPV, давай. S. P. V. А что из этого может... Так, Backstand Compassion, английская многофазная компания. Но я тут не вижу, чтобы тут что-то про это писалось. Так, и чего? Три буквы мне надо найти какие-то. Статус ПК. Так, и что из этого может быть оно? Наверное, тут английская многотехническая компания, базирующая в Камбере, Великобритании. Она разрабатывает, производит, лицензирует, поддерживает и продает компьютерное обеспечение, бытовую электротехнику, персональный компьютер, использующие услуги. Наиболее известными программами и продуктами компании является линейка операционных систем Backstation Elite в офисе и пакет Backstation Office. Наиболее популярным аппаратом, продуктами компании является линейка операционных систем Backup Elite и набор оперативных сейф Backup Office, Backup Action. Заняла третье место в рейтинге 500 крупнейших компаний Великобритании по общему доходу в 1995 году по общему доходу. Ага, может, Смутила, ебаный. А что тогда? Б. Может, КОЕ? КОЕ? К. О. Е. Блять, ёбаный. Духа. А чё тогда тут может быть? С. Элит. Так, Backup Corporation версия. Ага, это Backup. All right. А. Р. Р. Я уже не знаю, я всякие аббревиатуры использую. А. Р. Может, где-то записан реально пароль? Так, а ну, извещение у меня что-то есть? Нет, у меня извещения ничего нет. Я уверен, что это концовка. Надо либо сохранить данные, либо удалить. Выбор за мной. Во-первых, я не все бумажки нашел, что удивительно. Я все тут обклацал. Во-вторых, какой может быть пароль? Этого вообще не понял. Мне, походу, все-таки придется искать, что из этого пароль. Что... Как? Как я должен понять? Ну, здесь никаких подсказок нет. Вообще. Из кучи-кучи текста рандомно, что ли, пытаться, да? Вбить. Но это глупо вообще. Это предательно наугад делать. Ну, может, сообщение, жертва, наследие выбранный. Ну, вряд ли там английский алфавит, значит, оно не должно было. Б и П, может, БИП. Б. И Б. Гандон. Может, делить, типа. Дел.
что из этого? Температура, системы, процессор, CPU, там 1 вольт, это, блядь, это все не то. Акт. Актив — это 5 букв вообще. Информация, вряд ли здесь что-нибудь будет. Тут я не вижу по 3. Значит, что-то из этого, но я не вижу, что это. LTD. L. T. D. Что еще? Программ с лид, но я не вижу здесь, что еще может быть. Type my dad. Смотри, я посмотрел что-то пароль. Сказано, что это Джо пароль. Схерали. Давай посмотрим. Почему Джо? Как я должен был догадаться? Откуда они взяли эту информацию? Здесь я нигде не вижу Джо. Здесь тоже. Статус ПК. Тоже. Откуда я должен был понять, что это Джо? А ну-ка, коллекционные предметы, лабораторные. Опа, последний есть. Субъект в это не умер от расслоения грудной аорты, внезапной смерти во время последних вмешательств. У нее были проблемы с ходьбой, речью, слабый пульс. Она также показала паралич на правой стороне лица, и я продолжил покрывать ее. Ее цикл сна был прерывистым, с небольшими микроснами по 25 минут, разделенными на 2 дня. На две части дня. Хотя 4 испытуемых не дали ожидаемых результатов, формула уже демонстративно обнадеживает данные. Возможно, что при следующем вмешательстве, изменив фазы ментаметалла, мы получаем формулу, которая будет действительно действовать мощным образом. Данные о других людях лаборатории также дают значительные данные. Сейчас поищу тему. Так как мы должны были понять, что это Джо? Здесь нигде нет этого имени. Вот каким хером я должен понять, что это Джо? Блять, пиздец. Джо, схерали, даже аббревиатуры такой нет. Как они меня бесят, сука, я не могу. Какой схерали Джо вообще? Джо вот так пишется вроде, да? Нет? Может так? Так я не понял. А, все, понял. Вот так. Все. Вы уверены, что хотите удалить всю информацию? Да. Ну все, я удалил все. Так, теперь что-то будет? Так, опять ничего не сработало. Значит, наверное, надо дождаться, пока оно все удалится, да? Удалить, да. Наверное, надо дождаться все-таки видео. Внимание, все данные на диске C будут потеряны. Форматирование. Да, это надо все-таки дождаться. И, наверное, сейчас в тишине, и сейчас выпрыгнет скримак какой-нибудь. Фу, сфига ли, Джо? У тебя есть вообще варианты, почему, Джо? Напиши в комментариях, если у тебя... Пошел ты, я все уничтожу. То есть у тебя есть все варианты... О, здрасте. Спасибо, Джо. Я Джо? Now you can rest. А теперь ты можешь отдыхать с миром. Чего? Я Джо? Сфига ли я Джо? Того вот я не понял, почему я Джо? В детстве я боялся призраков. Когда я вырос, я понял, что мне нужно больше бояться людей. То есть Джо — это я? Во-первых, когда это мне об этом говорили, что я Джо? А, да, я помню, в начале, в самом игре. Но, во-первых, сфига ли я должен был об этом помнить вообще? Это во-первых. Во-вторых, ну, игра, конечно, прикольная. Кроме опять вот этой вот тематики, секретной лаборатории, сука, и вот власть, и... Какого хера вообще? Чё они все зациклились на этих лабораториях, западили? В целом, игра неплохая, но сфига ли Джо, я так и не понял. Хорошо, если даже Джо, то Джо — это я. А если я пришел, то как они заранее могли поставить мое имя? И как я об этом должен был догадаться? Я хрен знает, что с этим делать, но на этом все. В любом случае, игра пройдена. Напиши в комментариях, какую игру хочешь увидеть. На этом все. Поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся. Все ссылки в описании.